Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. Да, мы не расстаемся, как я уже сказал, канал не закрывается, канал продолжает дальше жить. И, как и обещал, я буду с вами делиться чем-то новым, что-то я новое там изобрел, или мне что-то новое принесли, и поэтому... Практика и сделай сам у нас, естественно, остаются. Ну, кроме того, вы знаете, что вебинары будут дальше идти. Вот сейчас я готовлюсь к вебинару по натюрмортам. А сегодня я хотел бы вам показать одно приспособление, которое мне пришло буквально вчера в голову. Дело в том, что у меня появилась задача снять... Сейчас я покажу близко. Дело в том, что мне принесли вот такие, на мой взгляд, очень симпатичные сережки. И вот это крепление на ухо, которое идет, меня попросили снять. Во-первых, если с капелькой, то вот в таком повороте, ракурсе, а отдельно снять уже саму, но более... развернув и показать заднюю часть, из чего она состоит, и сам механизм. То есть, как бы мы сразу понимаем, что взяв лесочку, да, подвесив ее, привязав и подвесив, мы получим то, что нам и нужно. Но кто однажды это когда-нибудь пробовал, тот знает, что удержать в нужном положении – это большая заморока. И поэтому мне пришла такая идея. Наша вот это русские счеты, когда все в одном положении, не получится, потому что я хотел бы постоянно поворачивать и следить за этим поворотом. То есть каждая сережка, они разные, у нее имеется различный угол, различная форма, и поэтому тут такой номер не пролезет. Вначале мы возьмем нашу леску и сделаем обычную такую петельку. Вот сделали петельку, хорошо. Теперь отрежем лишнее здесь, не нужно нам это. И теперь мы привяжем уже саму сережку за вот это дужко. Тут можно без всякой петельки обходиться, просто привязать. Следить за поворотом очень сложно. Поэтому мне пришла в голову такая идея. Я взял кусочек алюминиевой проволоки, сделал крючок и через отверстие этот крючок вот так. Сделал такое. И вот теперь смотрите, мы подвесим нашу сережечку, и вот буквально мы можем теперь поворачивать вот такой рычажок, добиваться прям миллиметровой точности. Вот видите, мы можем в одну сторону повернуть плавно, другую сторону. Если бы она у нас просто на леске висела, то это было бы немножко проблематично. А так я очень хорошо справился. Вот такое нехитрое приспособление, но я думаю, оно поможет вам. Мне уже помогло сэкономить кучу времени и нервов. Почему я не рассказываю тут о световой схеме и так далее? Дело в том, что световая схема все та же. Вы видите, сзади два сутбокса, сверху один, слева, справа, а потом я уже черными флагами начинаю тут делать различные черные полоски и так далее. То есть в этом я специально это не делаю, это помещу в рубрику полезных советов.
Я специально не делаю из этого практика, потому что здесь нет ничего нового, то, чтобы я вам не показывал. Но я хочу вас порадовать, что сегодня мне придется делать что-то новое, что я еще не снимал. И, естественно, как и обещано, я вам это покажу. А пока я сейчас обработаю видео, поставлю его в раздел «Сделай сам» и надеюсь, что вам оно понравилось. Ну, я не прощаюсь, хотя и говорю пока.